По данным ученых, мегалодон исчез около 3,5 миллионов лет назад. Однако это совсем не мешает людям с разных уголков планеты продолжать находить его зубы или что-то страшнее. Встречаться с монстром из глубин лично. Может и правда он никуда не пропадал, а просто грамотно скрылся. В этом выпуске вы узнаете о местах, в которых мегалодон может по-прежнему существовать. Случай в Австралии. В 2014 году в Австралии произошло то, чего не ожидал совершенно никто. Прямо на берег выбросило 9-метровую акулу. Безусловно, люди тут же связали этого монстра глубин с мегалодоном. Мол, это подрастающий сверххищник, который заболел и погиб, а после оказался выброшенным течением на берег. Вторая часть зрителей была уверена, что это никакой не мегалодон, а либо просто крупная акула, либо вовсе фейк. Тем не менее, учитывая, что это видео даже показывали по новостям, мне что-то не дает просто взять и списать это на выдумку. А что скажете вы? Могут ли эти кадры быть правдой? Напишите в комментариях. Первая улика. А вот первая за сегодня улика, которая попалась на глаза паре из США. Ребята прогуливались по берегу и уж точно не собирались что-либо находить. Девушке было очень весело, и она начала танцевать, играться с парнем, прячась за листвой. В какой-то момент краем глаза она заметила нечто странное на земле. Вроде это был камень, а вроде и не совсем. Хорошо, что девушка постаралась во всем убедиться лично. Оказалось, что после отлива зуб доисторического монстра вынесло на берег. Вероятно, это был зуб именно мегалодона, поскольку, учитывая габариты, более он никому известному науке принадлежать не мог. Если вы думаете, что супруги могли подделать находку и выставить ее за настоящую чисто для видео, то вы ошибаетесь. Через несколько дней после этого события ребята направились прямиком в научный центр, где показали найденный ими зуб. Эксперты быстро пришли к единогласному решению, подтвердив, что этот 15-сантиметровый зуб настоящий. Еще одна зацепка. Если вы все еще по какой-то причине не верите находке из прошлой истории, то вот вам еще один случай, когда люди нашли зуб мегалодона. Нашла его простая маленькая девочка, интересующаяся раскопками. На счету малышки было уже более 400 окаменелых акульих зубов, которые выбрасывает на берег. Однако настолько большой она нашла впервые. Девочка тут же побежала к родителям, ей хотелось похвастаться находкой, и взрослые действительно ей удивились. Просто представьте их круглые и напуганные глаза, когда они увидели настоящий 16-сантиметровый зуб мегалодона. Не знаю, как у вас, но лично у меня, когда я каждый раз смотрю на снимки таких зубов, в голове возникает картинка челюстей мегалодона. Невольно начинаешь допускать мысль, что он действительно прямо сейчас прячется где-то под водой, где пускает свои жуткие челюсти в ход. Знаете поговорку, что все случайное не случайно? Так вот, мне кажется, она идеально вписывается в следующую историю. Обычный фотограф занимался съемкой береговой линии, как вдруг ему на глаза попалось нечто странное, нечто гигантское и в то же время непонятное. По форме это отчетливо напоминало акулу, однако настолько крупных хищных рыб ведь попросту не существует. Может, это кит или что-то вроде того? С такими мыслями мужчина спустился на берег к месту обнаружения объекта и сразу же все понял. Это действительно была акула, а точнее ее бездыханное тело. Туда же, тут же по вызову прибыли волонтеры фонда дикой природы и попытались установить вид рыбехи. Удивительно, но она не соответствовала ни одному из живых и известных науке сегодня. Получается, шанс, что это был настоящий мегалодон, выброшенный на берег, все-таки присутствует. История Discovery. Discovery – известный каждому канал, по которому постоянно показывают разные интересности про мир животных и природу в целом. У ребят потрясающая съемка, только проверенная информация. В общем, причин не доверять им попросту нет. В 2013 году компания выпустила фильм «Акула-монстр. Мегалодон жив». В начале фильма нам показывают любительскую съемку, где кто-то отдыхает на яхте, как вдруг что-то сталкивается с судном и видит,
видео заканчивается. Слышны только крики про акулу. Эти кадры преподносят как реальные, а в доказательство предъявляют новостной сюжет о крушении судна 5 апреля 2013 года у побережья Кейптауна, ЮАР. Также показывают любительские кадры, где видно выброшенную на берег половину кита. Ну и последним доказательством в фильме, за исключением слов экспертов, выступает фото со времен Второй мировой войны, где возле подлодки плывет просто огромная акула. Казалось бы, все, дело раскрыто. Мегалодон действительно водится на нашей планете по сей день, и мы ничего не можем с этим поделать. Только вот, как оказалось чуть позже, это, на первый взгляд, достоверное и четкое фото на деле является ничем иным, как простым фейком. Канал взял общий снимок времен Второй мировой войны и приделал к нему плавники гигантской рыбы. Вот так и доверяй теперь этим популярным каналам о животных. Мне кажется, что если люди найдут оправдание следующим кадрам, то никакого существования мегалодона мы с вами никогда не докажем. Если с Discovery мы все поняли, то вот следующее видео подделать было попросту нереально. Здесь не использовалось совершенно никакого монтажа. Да и это видео, а не снимок. На кадрах четко видно, как где-то под водой проплывает просто гигантская, огромная акула, несопоставимая с габаритами известных науке рыб. Борт студенческого учебного парусника был наполнен не только будущими специалистами, но и уже действующими учеными в области биологии. Никто из них никогда в жизни ничего подобного не видел. Забавно, но и на это видео нашлись свои скептики. Некоторые говорят, что это фейк, в то время как другие заверяют, что перед людьми просто проплыла крупная акула. Ага, просто акула, которая была более 10 метров в длину. Такую ведь каждый день встречаешь, и это считается нормой. Только вот пока никто до сих пор не встретил ни одной такой здоровенной хищной рыбы, чтобы было понятно, к какому роду и семейству современных акул она относится. Дайверы, которые обожают экстрим, решили опуститься под воду в клетке и посмотреть на больших акул. Происходило все это в районе мексиканского острова Гуадалупе в Тихом океане. Но каково же было их удивление, когда они увидели акулу, превышающую в размерах любую другую хищную рыбу в несколько раз. Она проплыла прямо перед ними и едва не прокусила клетку. К счастью, хищная рыба не была голодна и просто уплыла подальше. Однако такая встреча в любом случае запомнилось людям навсегда. Возможно, эти дайверы – первые в мире люди, повстречавшие мегалодона лично и оставшиеся при этом в живых. Снова что-то на берегу. Следующая история вновь показывает нам нечто странное, выброшенное на берег. Эти кадры были сняты в районе Веннис в Лос-Анджелесе одним из местных. Полиция быстро прибыла на место вызова, взяв с собой ученых и по их просьбе оцепила всю территорию. Повезло, что парню удалось снять это на видео издалека, поскольку выкладывание любой информации и даже обычная съемка были строго-настрого запрещены. Возможно, люди повстречали мегалодона или кого-то даже более опасного, но не захотели говорить об этом простым жителям, чтобы не наводить лишней паники. Эти кадры были сняты в Атлантическом океане, в котором рыбачили ребята. Совершенно случайно они засняли гигантскую рыбу, проплывающую прямо рядом с ними. Ею, вероятно, мог оказаться мегалодон, поскольку размеры этой акулы превышали 10 метров. Конечно, это вряд ли был взрослый мегалодон, однако это существо вполне могло быть юным представителем вида. Повезло, что рыба не проявила агрессию к парням, иначе им была бы крышка. Случаев, когда люди снимали существо, похожее на мегалодона, просто тьма. Но много ли из очевидцев знают об этой рыбе хоть что-то? Дабы мегалодон тоже не был для вас темным лесом, я предлагаю немного о нем поговорить и узнать пару-тройку интересных фактов. Если бы сегодня существовала машина времени, то самые любознательные могли бы воспользоваться ею и телепортироваться назад в прошлое всего на каких-то 4 миллиона лет назад. Поверьте, этого было бы достаточно для того, чтобы застать мегалодона в действии. Достигая 15 метров в длину и веса в 47 тонн, этот чудовищный хищник представлял прямую угрозу всем другим обитателям океана. От рыб до крупных млекопитающих. Не заметить его даже человеку, который плохо дружит с наукой о морской жизни, было бы невозможно.
Большинство современных акул питается всем, что может поймать себе на обед, и мегалодон в этом плане от них не отличался. Судя по следам зубов, в его рацион входили рыба, морские черепахи, тюлени, сирены и даже киты, многие из которых были сопоставимы с ним по размерам. Чтобы обеспечить энергией свое огромное тело, эта рыба пожирала буквально все, что видела перед собой, и ни одно другое существо не могло чувствовать себя в безопасности, пока рядом плавала голодная и гигантская акула. Кстати, об охоте. Чтобы поймать ту или иную цель, нужно как минимум иметь достаточно сильный хват. В случае с акулами необходим мощный хват челюстей. Что же до мегалодона? По результатам тестов 2008 года, его укус был невероятной мощи. Для сравнения, если современная белая акула сжимает челюсти с силой около 18 тысяч ньютонов, то жертвы мегалодона испытывали на себе челюсти с силой в 108 тысяч ньютонов. Но отличался мегалодон от современных акул не только силой хвата и габаритами. У него был и особый метод охоты. В то время как белая акула атакует мягкие ткани своей добычи, зубы древнего хищника идеально подходили для прокусывания жестких хрящей. Кроме этого, принято считать, что гигантская акула сперва срезала жертве плавник, чтобы та не могла никуда уплыть, а уже потом разбиралась с основной частью тела. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, верите ли вы, что мегалодон жив, и спасибо вам большое за просмотр.